И в продолжении темы. Роскомнадзор начал блокировать VPN-сервисы. Сейчас доступ закрыт уже более чем к 20 приложениям. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн во время прямого эфира в группе парламента ВКонтакте. По его словам, все, кто продолжает пользоваться соцсетью Instagram, так или иначе используют VPN. У таких сервисов есть система обхода маршрутизации сети. Депутат добавил, что Роскомнадзор продолжит блокировать подобные сервисы. Я уверен, что ВКонтакте, Одноклассники станут во всех смыслах действительно очень такой востребованной, очень популярной для всех сетью, хотя аудитория и охват ВКонтакте, Одноклассников несопоставим, гораздо больше, чем он был у иностранных соцсетей. Но и у нас сейчас ВКонтакте идет разные акции, которые призваны поддержать наших блогеров. 100% дохода от показа рекламы получат наши блогеры ВКонтакте. Такого не было никогда.